Привет, дорогие друзья! И сейчас мы вместе с вами посмотрим забавное видео про любительниц селфи и искусства. Две женщины из Челябинска приехали в Екатеринбург, чтобы посмотреть выставку Дали. Сначала они себя вели мирно, спокойно, рассматривали картины, делали фотографии. Но в какой-то момент они увидели, что есть проем между стендом и стеной. И тут у них что-то изменилось в голове. Они стали фотографироваться в этом самом проеме. Сначала фотографии сделала одна женщина, затем это же повторила вторая. И вроде бы все прошло мирно и без проблем. Но в какой-то момент, проходя мимо стенда, который совсем скоро упадет, одна из них заметила, что есть проем. Опять есть проем между стеной и стендом. И она попросила свою спутницу сделать пару кадров. Они что-то обсуждали перед тем, как сделать фотографию. Затем одна из них на пару метров отходит от стенда, как будто бы она знает, что он упадет. И мы видим, как женщина в цветных сапогах заходит за стенд, и он начинает раскачиваться, и через 2 секунды падает. Дали оказывается под стендом. Картина, которую рисовал великий Сальвадор Дали. Но женщина продолжает смеяться. Их даже не смущает пришедшая сюда смотрительница. Как только она уходит, они делают очередные пару фотографий, теперь на фоне упавшего стенда. И после этого, как будто бы ничего не случилось, уходят из галереи, мило общаясь, обсуждая, возможно, произошедшее. А между тем, реставрация картины обойдется в 2000 евро. И похоже, что женщине в цветных сапогах придется все-таки эту работу оплатить. Как они это сделали? Я сегодня ходил в галерею и сам попробовал уронить один из стендов. Но я не смог это сделать. Он крепко стоит на полу. Женщины из Челябинска смогли это сделать. И похоже, что им за это придется заплатить пару тысяч евро. Именно столько стоит реконструкция этой картины. Вот такая вот история.